Итак, всем привет! Добро пожаловать на трансляцию ваших работ по тыквам. Надеюсь, что у всех все работает, все все видят, у всех все слышно. Потому что я первый раз веду трансляцию на Твиче, поэтому не знаю, насколько все будет проходить хорошо. Если трансляция упадет, то не уходите, я ее возобновлю. Так что все должно быть хорошо и прекрасно. Ага, в микрофон бустит. Сейчас, секунду. Сейчас поправлю. Так, вот сейчас вот сейчас не должен бустить микрофон. Нет, микрофон у меня хороший, просто я до настроек трансляции, то есть до запуска трансляции, проводил настройки какие-то определенные, чтобы как-то вот микрофон свой подготовить к этой самой трансляции, чтобы там не зашкаливало, ничего подобного не было. Все, отлично, пишут. Так, идеально теперь, норм. Кто-то ищет Саню. Саня, ты здесь, тебя ши до 82892 ищет. Надеюсь вы друг друга найдете. Итак, давайте все-таки мы приступим к рассмотру работ. То, что вы прислали, а прислали вы достаточно прикольные и интересные тыквы, были прям очень такие тематические, очень интересные, с интересным подходом, или были немножечко такие, которые приходилось угадывать, типа, откуда эта тыква вообще, то есть <с> из какой она игры. Но, в общем, давайте а, начнем а, рассматривать, если больше никаких а, вопросов нету. Итак, поехали. Первая а, работа. А, они идут в, насколько я помню, в алфавитном порядке. То есть, как вы мне а, присылали. Первая работа от автора Robaret. А, ну, здесь а, сразу угадывается тыква, посвященная ФНАФу. Достаточно очень прикольная. А, Алло Гачи пишет, кто также делал Зельда, спрашивает. Мы еще дойдем. В верхнем левом углу, не знаю, видно здесь или нет, должно быть. Тут написан автор этой работы. Либо его ник, либо его имя. Можно будет потом посмотреть. Сразу передвигаемся к следующей тыкве. Тыква от автора об стенку. Такая вот простая тыква. Если честно, я бы не угадал, что это из игры Plants vs Zombies, если бы не было вот тут такой небольшой плашечки. Переходим к следующей тыкве. Тыква от Alex Game. Насколько я понял, это тыква по игре Undertale. Здесь можно попробовать догадаться по красному ножу, который, насколько я помню, Чара использовала в самом конце. Тыкв прислали, насколько я помню, 39, поэтому не будем задерживаться и переходим к следующей. Тыква от Александра. Вот это, насколько я помню, насколько Александр писал, эта тыква посвящена то ли... А, алог... Алогадж. Зельдин, да. Ты пишешь, что это Зельди, да, это твоя тыква. Вот, прикольная такая тыковка получилась. Вот. Ну, в целом мне больше добавить тут нечего. Есть, кстати, ощущение, что фон использовался в качестве HDRI-карты. То есть, либо в Photoshop уже потом в дальнейшем видеоредакторе, ой, в графическом редакторе, ты что-то добавил. Ага, 3D-код mm -hmm. Ладно, давайте переходить дальше Да-да, След... в фотошопе пишешь Следующая работа у нас от Ангмара Насколько я помню, он участвовал в предыдущих конкурсах То есть я его вроде частенько видел В чате у нас тоже периодически пишет и выкладывает свои работы если честно, я так и не понял по какой то игре. Но мне это сразу напоминает Elden Ring. Вот первое, что приходит на ум. А второе, это немножко напоминает этот, как он, Darkest Dungeon. То есть вот этот вот ореол вокруг, когда герои ловит такую, забыл как называется. Ну вот мне тоже подсказывает Elden Ring, Dark Souls. Кто-то говорит на доту, похоже. Но вот, к сожалению, я прям точно не могу сказать. И я не помню, подписывал ли я Ангмара свою работу. Да, работа, работа имбовая, очень крутая, очень классная, очень стильная. Итак, давайте двигаться дальше. Следующая работа от автора Арталика. Здесь все достаточно просто. Такая прикольная работа. Насколько я понял, это по Роблоксу то есть вот этот смайлик стандартный такой Роблоксовский э, с который там <свистит> имеется, ну не смайлик, а лицо, я имею в виду. Вот, но такое чувство, как будто, не знаю, либо буллин не был применен, либо как как будто вот немножечко на тыкве не хватило буллина, чтобы вырезы сделать. Да-да. А, ну вы что, видно же киберпанк. Ну да. А, в принципе, да. Видно, что киберпанк. Ага, сетка поломалась, ретоп не работал. А, так, ну, хорошо. Следующую работу нам прислал Бифалку The Buglin. И, сразу предупреждаю, что ники я могу читать неправильно. Эта работа посвящена игре Outer Wilds, насколько я помню. Хорошая очень игра, прикольная, очень необычная. И тыква изображает как раз-таки... Вот я не помню, расу главных героев или тех, кто был на этой планете, ну, то есть до них, то есть предтечь неких. Вот такая очень интересная, прикольная игрушка, интересный интураж. Следующая работа от автора Капибара. Вот тут я, к сожалению, не помню, из какой игры это тыква с треугольниками. Может быть, это Зельда, хотя там Трифорс он немножко по-другому выглядел. Такой в форме пирамиды все-таки был. Безумный Макс. Ну, возможно, кстати, Безумный Макс. Вот я, к сожалению, точно не могу сказать. Да, это точно не Зельда. Ну, либо это последняя зельда, в которой можно собирать автомобили и различные всякие штуки интересные. Так, а, хорошо. Идем дальше. А, работа от автора CAT. Cat. А, я знаю, по какой этой игре, потому что <laughs> в комментариях изначально первый вариант этой работы был очень-очень странный, где тыква не присутствовала на переднем плане. Это. Короче, про фури игра, я не помню, как она называется, вот, а, осуждаю, вот. Но суть, вот, эта игра, вот какая-то тыква посвящена игре по фури, моделька вот этого Фурия была, мне кажется, немножко лишней, все-таки надо было концентрироваться на тыкве. Итак, перемещаемся к следующей тыкве. Тыква от автора Чертил, надеюсь, правильно произнес ник, если честно, я не знаю, откуда эта тыква. Он, по-моему, говорил, что эта тыква в игре э, Valorant. Но я Valorant играл не очень много времени, но не могу вспомнить там такую тыку. Но признаюсь, она очень крутая, то есть очень круто, очень стильно сделанная. Да, мне тут подсказывают в чате, что э, Valorant. А предыдущая игра была My Fury Protogen. Лайк Накамура подсказывает. Да, здесь, скорее всего, применена техника, как она называется-то, paint, да? забыл слово, <laughs> вылетело из головы. Ну, когда ты по текстурам рисуешь, возможно, в самом блендере это рисовалось, либо же в сторонней программе. Не, ну, может быть, да, это grease pencil использовался, но, скорее всего, здесь именно рисование по текстуре, texture paint, это называется, вкладка в блендере. Вот. Ну или да, мне вот подсказывают hand paint. Хорошо, ладно, двигаемся к следующей тыкве. А следующая тыква у нас от автора Dan Blend. Blend. Интересная тыква. Сразу алды прослезятся, вспомнят то, что тыква с логотипом Квейка. Такая вот во тьме стоящая. С просветом немножко мне кажется стоило работу чуть-чуть посветлее сделать потому что все- таки тыква теряется на фоне самого знака квейка э, давайте перемещаться вперед а впереди нас ждет работа от дан кита ну здесь видно то что работа посвящена тематике Silent Hill. присутствует вражеский чайник э, и обезьянка э, сюзанна из блендера вот этот чайник, кстати, насколько я помню, он является... Вот если у нас маскотом и таким стандартным объектом в блендере является Сюзанна, то в 3ds Max вот, это, вот этот чайник, я не помню, как он называется, Юта или Ю, Ютинский, как-то вот так. Он, собственно, является таким тоже стандартным объектом, который можно создать в 3ds Max. Е. Но здесь, да, к сожалению, вот тыквы э, прикольно сделаны, интересно, вот так вот расставлены. Э, но все-таки тыква здесь не является центральным объектом. Но вообще работа интересная, достаточно такая прикольная композиция, как минимум. Но опять же, чуть-чуть, как мне кажется, темновато. Немножко света не хватает. А впереди нас ждет работа от автора. Доктор Тик ТС. Господи, ТСК это у нас тыква. Сразу видно отсылку к порталу. Тыква пулемет с турелями. Так, по поводу кого-то не грузит. Я первый раз провожу трансляцию. Если что, ты сможешь посмотреть запись. Я эту запись еще также скачаю и потом выложу ее либо в Телеграме, либо еще где-то, то есть, может быть, на Ютубе. И можно будет эту запись потом просмотреть, если, к примеру, у кого-то не грузит. Так как я первый раз... Ага, в 3DS Max чайник Ньюэлла. А, не, не то. Все, ладно, хорошо. В общем, вот такая вот работа, посвященная э, игре Портал. А следующую работу нам прислал автор э, под ником Dumphead. Ed Dumphead. Это Dumphead. Здесь мы видим отсылку к Half-Life, насколько я понимаю. И возможно, ну да, к Half-Life, потому что тут есть гном Чомский, которого в игре надо было отправлять на Луну. А точнее не на Луну, а на ракете в Портал. А вот эту надпись Charger Empty. Я вот, к сожалению, не совсем понял, к чему эта надпись. Поэтому да. Возможно, кстати, есть подозрение, что и текстуры земли взяты из ассетов с движка Source. Может быть, даже из Half-Life. Итак, двигаемся дальше. И следующая работа от автора Фай... Файнерел очень стилизованная, очень такая прикольная, необычная тыква. А, то есть не из стандартного биологического материала, а вот именно что стилизация прям из металла. Понравилось очень круто, как сделаны зубы у нее, как сделана плодоножка. А, признайтесь, тоже узнали новое слово, когда смотрели урок по тыквам. Вот. И вообще сам антураж, сама работа прям очень-очень крутая. Мне прям безумно понравилось. Это работа. Ну а мы идем дальше. А следующая работа, которую нам прислали, это работа от fixet. Uh, uh, простая тыква. Uh, вот такая на самом деле, если честно, не знаю, к какой игре она <laughs> относится. Вот поэтому можете сделать свои предположения. К сожалению, она даже не отрендерена. То есть, это просто скриншот из вьюпорта. Uh, вот можете, да, на шарик похоже. Так, ну, вообще, на самом деле, да, похоже на шарик э, немножко. Но я вот, если честно, вообще в догадках теряюсь и не знаю, к какой игре это относится. Бомба из Binding of Isaac. Ну, возможно. Правда, желтого-оранжевого цвета. Ладно, не будем э, долго застрять свое внимание и перейдем к следующей работе. А следующая работа у нас от Глеба обжектов Обжетков Обжетков Глеб Обжетков. А, ну, я сразу по логотипам уже вижу, что это Бравл Старс. А, тыква такая вот а, интересная очень. Здесь вот сразу вот немножко бросается в глаза то, что низкое разрешение текстур у объектов, особенно вот на тыкве. Может, это, конечно, такая стилизация под low pixel, такой low разрешение, но все же вот немножечко кажется, что да, чуть-чуть низковато разрешение. Итак, давайте переходить к следующей работе от автора Иван. Вот это я помню, он у себя, когда выкладывал работу, он вроде как подписал, что тыквы из Бравл Старс тоже. Я, к сожалению, в Brawl Stars или, к счастью, <laughs> может быть, не играл Поэтому персонажей и предмета оттуда особо не знаю Просто знаю логотип там И можешь сказать то, что... Подсказать мне, что это за тыква Это просто вот тыква или персонаж может быть какой-то а, Так, я некоторые работы вижу впервые Их выгружали в ТГ-канал а, Да... Одна, по-моему, работа была выгружена в ТГ канал. Некоторые работы были присланы мне на почту. То есть есть люди, у которых не работает Дискорд, и они мне могли отправлять на почту. То есть есть часть работ, которые были присланы на почту. Вот. Ну все, давайте переходить вперед. Переходить вперед. Хм. 19-ю работу нам прислал автор кам камеш камешек Стони. Камешек Стоуни камешек стоуни. Вот, это, насколько я понял, сразу по траве и по общей стилизации тыквы и факелу, торчащему внутри этой тыквы, она из Майнкрафта. Вот, сделано прикольно, сделано интересно, немножко, как мне кажется, темновато. То есть, опять же, вот, не знаю, вот ну, лично мое такое мнение, то, что когда ты делаешь, даже если темную работу, то все равно фон, ну, может, это, конечно, стилизация под туман, но вот мне кажется, что чуть-чуть вот, вот буквально процентов 10-15 освещения не хватало, не хватает вот в этой работе. Но давайте идти опять вперед к работе от автора «Козявка». Uh, эту игру я узнаю, uh, и плюс автор сам о ней писал. Это игра фазноф... «Фазмофобия». Uh, тут тыква у нас находится в доме, по-моему, даже в стартовом доме, если вот по этой двери судить. Конечно, немножко пустовато, но все же достаточно атмосферненько, темновато. Прежде чем обидеть что-то работу, думайте, что ее сделал вайп, и он вас забанит. ну, к сожалению, точнее, каждый может критиковать, каждый в своем праве. То есть люди все-таки есть разные. Кто-то, к примеру, свою работу мог делать там... 10 там или 20 часов, а кто-то мог сделать ее там за 30 минут или еще меньше. Навыки у всех разные, поэтому давайте все-таки быть чуть добрее друг к другу и снисходительные. Люди с разным уровнем приходят, и все хотят как-то вот себя показать, поучаствовать в конкурсе, может даже что-то выиграть. Все, я никого банить не собираюсь, если вы, конечно, не будете нарушать правила, там, ругаться и прочим прочего. Хорошо, давайте к следующей работе перейдем. А следующая работа у нас от автора «Котейка». Если я не ошибаюсь, возможно, 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 это Хотя я даже не знаю, где, откуда эта тыква. Если честно, я не могу вспомнить. Мне почему-то вот напоминает вот эта синяя полоса на тыкве викингов. А вот какую именно игру Кратос мне пишут. Похоже на шоколадные горы. Ну да, чем-то похоже на такие вот интересные шоколадные горы в шоколадной стране. Кратос из какой-то там игры. Игра, наверное, про какого-то бога войны по имени Кратос. Хорошо. А следующую работу нам прислал Lion Man. Насколько я помню, он был в чате здесь. А, в Discord подписали, что Диабло. Да, кстати, возможно, это был а, отсылка на персонажа из Диабло, на Варвара, потому что там тоже у него была вот эта синяя полоса на глазу. Но ладно, давайте, следующая работа. Здесь такой иконический шлем из игры PUBG. Шлем третьего уровня. Такая вот интересная работа. Ну и граната. Вот. Давайте переходить к следующей. Да, прыжок в Прыгаем на починке. Все пацаны на починке. Следующую работу нам прислал автор Мистер Моран. Ну, здесь тоже Алды вспомнят, хотя у игры выходила и третья часть, и, по-моему, там сейчас какое-то тоже переиздание вышло. Это игра Postal про чувака, собственно, главный герой здесь и изображен в виде тыквы. В виде тыквы. Поэтому вот такая вот интересная работа. Да, редакс был у первого апостола. Да, возможно, было переиздание. Просто я слышал, что новая вроде как часть вышла. Там, но я уже после второй части я перестал за ней следить, <laughs> за этой серией игр. Но давайте идти к следующей работе. А следующая работа от мистера Феникса. Вот тут, если честно, я сначала не понял, а потом, когда посмотрел на детали, компоненты и еще на задний фон, я понял, что это насколько я что и... эта тыква посвящена игре Resident Evil, по-моему, седьмой части. Вот этот там фин... где-то ближе к середине или даже к финалу. Вот, ну, достаточно интересная, детализированная. Вот, не знаю, мне нравится в механических штуках, когда реализуют различные проводочки, механизмы всякие вот эти. То есть тут прям очень-очень много деталей. Итак, а следующую работу нам прислал Максим. Надеюсь, правильно прочитал. Ну, тут, я думаю, сразу все понятно, <laughs> из какой вселенной эта тыква. Она из SCP Containment Bridge очень такая вот <laughs> опасная тыква. А, на СЦП 137, по-моему, да, вот эта кукла, на которую надо постоянно смотреть. Я вот, к сожалению, не помню номер прям точной куклы, но, по-моему, 137. -я. Вот. Вот. Мне подскажут, что м -м, восьмой резик, нет? Ну да, возможно, кстати, по восьмому резику было. Да, да, это точно, это по восьмому резику, потому что седьмой, он, э, типа, это первый резик от э, первого лица, а вот восьмой — это второй, да. Это все таки наверное, скорее всего, по восьмому резику. Вайп, отвернись. Нет, спасибо, я уже минуту сижу, не моргаю. И в этот момент как раз-таки надо переходить к следующей работе от автора Quick Michael. Вайп, где хлеб? Хлеб, не знаю, он мне вроде ничего не писал. Мы о совместной трансляции не договаривались, поэтому его нету. То есть в этой трансляции без него будем. Ну, здесь, не знаю, тут надо быть очень таким далеким от видеоигр, чтобы не угадать, откуда эта работа. Откуда, точнее, какой игре посвящена эта работа. Тут все просто Angry Birds. Ну и Добавить больше нечего. Вот такая вот э, птичка-тыква. Следующая работа у нас от автора Раульчик. Посвящена она игре Detroit Become Human. Я вот просто долго вспоминаю название игр. Но вот если честно, я не совсем понял, какому персонажу она посвящена, потому что он там писал про какого-то героя, но я вот, к сожалению, не помню. Что с полом? Пол мокрый. Видно, что мокрый, либо очень на полированный. Итак, не будем задерживаться и перейдем сразу к следующей работе. Это работа от автора «Солдат Прок». Вайба, 20 ноября выходит Stalker 2. Было бы интересно смотреть на создание мутантов. Ну или же на Новый год конкурс. На Новый год конкурс будет, это 100%. А вот по поводу создания мутантов, это мы еще посмотрим. То есть там уже как-то вот обсудим. Я просто не помню, когда точно Stalker выходит. Поэтому не могу быть уверенно сказать, когда мы будем какой-нибудь новый конкурс проводить. Люси, андроид, которая было на корабле. Да, да, точно, это Люси. Ну, наверное, она, как он мне подсказывает в чате. Хорошо, итак, давайте по поводу этой работы от солдата прога. Ну, тут достаточно все. Просто название игры написано в левом верхнем углу. Это у нас летальная кампания новая игра, возможно, новый хэллоуинский противник. Кстати, можно в качестве мода какого-нибудь и попытаться тебе, солдат прок, сделать нового монстра в этой игре летающего. Потому что, насколько я помню, летающих монстров в этой игре не так уж и много. Хорошо, так, где звери? Звери, звери будут, звери будут, зверей будет много, но пока не могу сказать точно когда. Может быть, следующий большой, большой туториал будет посвящен зверям. То есть будем чуть более продвинутых зверей делать. Похоже на Fallout. Ну да, возможно, немножечко, кстати, похоже на Fallout. Таким безумным, <laughs> безумным стилем. Так, хорошо. Давайте переходить к следующей работе. А следующая работа у нас от SOMA 509F. А, сразу... Угадывается, «Нир автомата». Вот эту работу, насколько я помню, одна из последних, которую я принял. Здесь сразу у нас две тыквы присутствуют. Тыква в виде главной героини и тыква в виде маскота. Потому что я, я не знаю, если честно, что это за персонаж. Я знаю то, что геймдизайнер носит маску вот uh, такого робота. И еще маскотом отчасти <с> этой игры является этот персонаж. О, это моя работа по леталке. Очень прикольная постобработка. Скажи, где делал? Ты ее в фотошопе или в самом блендере? Такой вот стиль на нее визуально накинул. Хорошо, пока ты пишешь, мы перейдем к следующей работе. А следующая работа у нас от автора Спумако. Спумако или СПАМАКО. Лос Сантос. Райдер, uh, uh, татуировка в левом нижнем углу. Uh, сразу видно то, что <laughs> посвящена на игре GTA San Andreas. Вот. Uh... Кстати, я вот вижу в чате, что у некоторых есть задержка, то есть они прям пишут слишком, ну, то есть спустя минуту после того, как я что-то скажу. Вы можете сейчас поп попробовать перезагрузить страницу, чтобы включиться в наш поток. Ну, если вам, конечно, не критично это, что я немножко поздно отвечаю на ваше сообщение. Вот. Но вообще по поводу работы здесь немножко, да, как пишут в чате, темно. Райдер похож на рэпера Изи И. -E. Я вот не знаю, к сожалению, кто такой рэпер Изи И. -E. Не очень сильно увлекаюсь рэп-культурой. Вот, ну да, работа чуть-чуть немножко темноватая, как будто бы света не хватает. Стоит добавить немножко искусственного освещения в такую работу. Мы телепортируемся на шаг вперед и оказываемся у работы Стаса Плей. Вот. Я... Хорошо, я загуглю это, наверное, после стрима, чтобы не тянуть время там на бумбоксе написано тоже. Ладно, работа от Стаса Play. Вот в этой работе очень классная такая композиция, очень прикольно. Насколько я помню, это по игре Dead Cells работа, автор писал. Здесь тоже чуть-чуть вот, чуть-чуть вот буквально, не знаю, не хватает света Или хотя бы просто заднего слабого слабого источника света, чтобы он подсвечивал контур тыквы Но опять же, если автор не задумал делать акцент на светящемся элементе, вырезе в тыкве Да, вот эта дорожка тоже очень прикольная Ну, это за счет материала, который лежит на полу Тоже очень такой классный эффект но вот есть немножко такое чувство, что как будто бы не хватает разрешения текстур у объектов. Что у тыквы, что у пола. Вот если бы подтянуть разрешение текстур, то вообще прям очень крутая работа была бы. Ага, хлеб завод пришел, просит модерку. Так. Я тебе модерку выдам после э, стрима. То есть у меня стрим закончится, и я тебе выдам модерку. Просто мне нужно подтвердить, что это ты. <laughs> что ты — это ты. А не э, какой-нибудь двойник злобный. Итак, переходим к следующей работе. А следующая работа от автора — «Суслик». Это еще одна работа по С Майнкрафту. Здесь у нас тыква в доме. Вот, и еще, насколько я вижу, голова... Я, кстати, только сейчас обратил внимание, что здесь справа находится голова свиньи. В... Возможно, кто-то варит себе вкусный борщ из свинины или еще какой-то суп. Вот, тыква прикольная. На ней, если приглядеться, присутствуют еще маленькие тыквы, то есть текстура с тыквами наложена. Вот. Достаточно такая минималистичная, прикольная тыква в стиле Майнкрафта. Ну, я потом проверю. Напиши мне в Дискорде, что ты это ты личным сообщением, и я тебе выдам модурку. Вот, давайте не задерживаться, у нас осталось еще немножечко работ. Переходим к следующей. Работа от VV или ВВ. Работа сразу видно посвящена порталу, то есть тут все прям кричит порталом, ну кроме вот этих вот шоколадок. Вот очень, на самом деле, очень крутая идея. Я бы не, я бы на самом деле не догадался сделать круглого главного героя, но Уитли он прям идеально подходит для того, чтобы быть тыквой. Прям реально очень, вот тут прям очень очень реально крутая идея сочетание игры персонажа какого-то и самой тыквы. И Гледос тоже форм... в виде двух тыкв. То есть вообще очень-очень прикольная работа, мне она прям очень нравится. Ну хорошо, а впереди нас ждет работа от автора Женек. Зенек. Зенек или Женек? Если честно, я не знаю, <laughs> что за это, откуда эти тыквы, какой игре они посвящены, но правая тыква напоминает меня в конце рабочего дня. Вот я примерно с таким же лицом прихожу и начинаю после работы делать ролики вечером. Так, если вы знаете, кому посвящена эта работа, можете написать в чате. Ну, давайте переходить к следующей работе за авторством Арсения Ларюшина. Тыква, проткнутая мечом, с шлемом Довакина. На самом деле очень прикольно исполнено, то есть хоть и так, такой немножко вот простенький стиль, то есть все вот такое, как это, пластмассовое, то есть материалы простенькие, то есть ну просто цвета изменены, но все равно достаточно очень миленькая работа. Сразу тыква в виде... А, Killing Floor. По поводу предыдущей работы мне тут подсказывают, что была посвящена Killing Floor. Я вот только... Первый киллингфлур играл и вот не знаю, видимо не так не такой большой фанат, поэтому и не узнал каких-то персонажей. Я пропустил начало, начало. Победитель, уж, победитель уже объявлен. Нет, мы пока еще просто смотрим работы. Подходим к концу. Всего 39 работ у нас и после всего этого я объявлю победителя. Итак, да, Давакин, который стал вампиром которого проткнули мечом. Хорошо, а следующую работу нам прислал автор Густава Сансет. Здесь я, ну, я узнал эту работу по Payday, то есть она посвящена игре Payday, день зарплаты. Есть элементы, правда, вот мне кажется, что немножечко вот с денежными купюрами Конечно, тут все в таком прям минималистичном стиле, но вот я сначала подумал, что это какие-то камешки валяются. Вот только потом пригляделся, что это перевязанные такие пачки долларов. Вот, ну, главный герой, то есть, стиль такой клоунской маски на тыкве улыбающейся карта из PDE, банк. Собственно, по-моему, скриншот даже из игры на заднем фоне находится. Oh, да, первый мировой банк на фоне. А стрим можно будет посмотреть потом на повторе. Да, стрим можно будет посмотреть на повторе. Я вроде как его залью. Ну, то есть он зальется на Twitch, и из-за того, что я сейчас не являюсь партнером Twitch, он 15 дней пробудет, я его скачаю и потом выложу на YouTube в виде записи. И в телеге продублирую. Blender Vibe, Когда карьера стримера, когда стрим пабга какого-то. Я не знаю, я не очень на самом деле хороший стример и в этом плане гораздо интереснее, наверное, смотреть каких-то других стримеров, потому что у меня пока не очень хорошо получается вести трансляции. Я не умею, как многие люди одновременно говорить и что-то делать. Я если сижу играю, то я все прям буду молчать и ни слова не пророню. Ладно, э, хорошо. Э, да, ждем стрима по автокад. Ну, ты шутишь, э, вот тогда шутишься, а я-то по автокаду работал когда-то очень много времени и знаю, как им пользоваться. Ну ладно, давайте двигаться к следующей работе. А следующая работа у нас от автора Денис Сидоров. Если честно, мне вот это первое время напомнило, не знаю почему, но Visceral Cleanup. Visceral Cleanup? Про уборщика. Одна из таких первых игр, где надо убирать. Не знаю почему, вот, может, вот эти вот бочки с радиоактивными отходами. Может быть, вы подскажете, какой, какой игре эта работа посвящена. Но вот я немножко теряюсь в догадках. В какие игры играешь в вайп или отдыхаешь от работы, делая ролики?» Я во много игр играю. Я потом в конце на вопросы поотвечаю и задаю этот вопрос ближе к концу, после того, как мы объявим победителя. И тогда я отвечу на него. Сейчас, чтобы не задерживаться. Так, нужно подключить эмодзи от 7TV. Да, я просто не сильно пока шарю за всю эту Twitch движуху и стримерство, поэтому вот так вот в качестве пробного раза запустил на твиче. И потом уже после этого стрима, может быть, если будут в дальнейшем проводиться, их настрою. Так, ну я вижу, что в чате особо никто не, не может понять, что это за работа, <laughs> чему она посвящена. Но тут можно уж гадать или надо спросить автора. Итак, следующая работа у нас от автора Джотара Куджу. Здесь насколько, насколько, я вот могу ошибаться, не бейте меня <сёк> тряпками, это FNAF. Потому что персонажи немножечко вот, не знаю, почему напоминают FNAF. Может быть, вы знаете, потому что я FNAF хоть особо сильно не играл, но Вселенную плюс-минус знаю. Да. Пишет, что фнав. Да, очень прикольная работа, но, опять же, такие жесткие очень тени, то есть видно, что размещен один круглый источник, немножечко вот света какого-нибудь контрового, то есть вы когда свою работу делаете, когда готовите рендер, ставьте, вот мне подсказывают, что FNAF третья плохая концовка, ставьте в конц, освещайте свой объект или свою сцену как минимум тремя источниками света, то есть это вот прям самый такой стандарт. Если хотите сделать темную, то два используйте. То есть основной и контровой на задний фон помещает, чтобы контуры объектов подсветить. Вот. Ну, ладно. Хорошо. Ну, там и игра не светлая. Наверное, поэтому так. Типа атмосфера. Ну, да, возможно, может быть такой стиль. Ну, просто я говорю, вот у меня вот есть определенное видео, видео, видение, то, как работа должна быть. Может, да, это просто задумка автора, такая прям максимально такую жесткую темную сделать. И следующая работа у нас от автора Иван7575. Так, ну тут прям мега, это, наверное, самая жуткая, самая страшная и криповая тыква, которую я видел вообще. Ее реально можно как в качестве скримера куда-то пихать а, или где-то в хоррор-играх использовать, потому что она прям такая вот мега детализированная, такая неприятная, прям о, прям берет. Но из-за какой игры я вот, к сожалению, не могу догадаться. Может, это Dead by Daylight какой-нибудь, или вот, вот этот вот нож такой. Кто-нибудь узнает? Чел залетел с ноги в последний момент, лучший просто. Да, с последней ноги. Так, маньяк тыква. Три источника света не всегда нужно лучше добавить атмосферу, а не больше света. Да, в целом да. Я имею в виду, если используется прям вот один объект и вот хочется его максимально выделить, подсветить, то лучше да три источника света. Но а в целом да, ты скорее всего прав. Да, игрух паников, советские мультики. Кто-то пишет, что это пудж. Кстати, да, реально, лицо пуджа. Это же реально похоже на пуджа. И крюк. Да, действительно, это пудж из доты. Точно. А, ты прав. Бифалку за баглин. Ты прав, да, это пуш из доты. Да, ура, у нас, у нас дота <laughs> среди претендентов. Вот, и, по-моему, это последняя работа, потому что их было ровно 39. Да, все, вправо не листает. Это была последняя работа. Все, вот так вот Супер, отлично. Все работы мы посмотрели. Конкурс я проводил путем голосования, где в голосовании принять участие могли вы. Я специально его проводил в Google документах, чтобы избежать каких-либо накруток. Я постарался отследить сами голоса, чтобы не было там кто-то там, ну, знаете, там, к примеру, один ставит всем по... 5 звезд, а другим, точнее, какой-то работе 5 звезд, а другим одну звезду, то есть я вот, постар... вот такие подобные голоса постарался отследить, вроде бы их не было, но могу прям ошибаться. Но, в общем, итак, победителем у нас по итогам голосования, за которое голосовали вы, я... Моей тыквы, кстати, не было здесь, потому что некоторые в чате могли посмотреть, подумать о том, что я тут скрыто так попал на конкурс и отправил свою тыкву. Нет, я свою тыкву не отправлял к себе на конкурс. Победителем голосования, в котором принимали участие мои подписчики канала Blender Vibes и также, которые сами голосовали в этом голосовании, как бы это логично не звучит. Итак, победителем у нас становится... Барабанная дробь, вот я, к сожалению, не успел ее подготовить. Но сейчас я попробую достать документик. Сейчас вот. Представьте, что вот идет вот такая барабанная дробь. Так, 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 так. Файл скончать. Ага, так, не получится. Так, Давайте так, вот, вот. Опа, перетащим. Вот она, таблица, в которой вы принимали, в которой вы голосовали. То есть первая работа, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Выставленные оценки, дата. Там справа все имейлы ваши, которые я буду использовать для спам рассылок. Итак, победителям по наибольшему среднему баллу, ну, то есть, собственно, победителем этого конкурса у нас становится работа под номером... Э, под номером 5. И это у нас работа от автора Ангмара. Поздравляю тебя. Заслуженно. Работа реально очень офигенная. Вот, к сожалению, я не помню, какой игре она посвящена. Да, пишут неудивительно. Ну, на самом деле, да, когда работа эта появилась, что она прям вот такая очень-очень имбовая. Поздравляю тебя, Ангмара, с работой. Надеюсь, ты <счастлив>, счастлив. А чтобы быть еще чуть более счастливым, счастливым, я тебе продемонстрирую тот небольшой приз, который я обещал подарить автору. Топ-2, топ-3? Блин, точно, надо было посчитать топ-2, топ-3. Хорошо, сейчас мы посчитаем, мы сейчас посмотрим вторую работу и третью работу, но сперва я покажу приз, который Ангмара получит от меня, если удастся его все-таки отправить в почту, если он не проживает где-нибудь прям далеко за рубежом, и посылка будет недорого стоить. И приз, который Ангмара получает за первое место, это вот такой вот плюшевый кубик. Вот. Ангмара... Это плюшевый такой небольшой кубик. Сможешь его поставить у себя на полочку. Он будет тебе напоминать о победе в конкурсе. Поэтому, да, сможешь его там мять, использовать как игрушку антистресс. Вот. Такой вот небольшой. Свяжись со мной как-нибудь, я не знаю, я тебе сам напишу еще в Дискорде Или ты посмотришь этот ролик и услышишь то, что, что ты победил Но в общем, нам надо с тобой как-то связаться, обсудить детали, как я смогу тебе его отправить Так, побе... какая прелесть, победитель, только не удаляй его Да, он пока, кстати, он пока только в единичном экземпляре существует, так что вот, я тебе его отправляю так что, да, смотри, случайно не удали его. Вот. А теперь давайте, чтобы не тянуть время, мы посмотрим, кто же у нас занял второе и третье место. Блин, а вот как бы надо сейчас вспомнить, как мне в Excel тут сортировать все эти значения, чтобы посмотреть, какое у нас второе место. Ну, у нас 456. 4,56. Если, конечно, их не, не выделить. А, а что я мучаюсь-то? Можно вот так вот и сделать. И следующая работа это у нас 4.46. Это работа номер 15. Второе место у нас занял Fire... Ой, Фейнер... Fainer, Фейнерел. Да, вот работа, занявшая второе место по итогам голосования, посвященная метро. Действительно, тоже. Если бы <laughs> у меня было несколько призовых мест, то вот эта плюшевая игрушечка бы ушла к тебе. Вот, достойная, очень, прям, очень крутая работа. Прям безумно крутая тоже. Вот, Фейнерэл. Кто выиграл? Выиграл Анг. Так, сейчас сейчас скажу, как у него ник. Ангмара. То есть автор вот этой вот работы победил. Твоя работа заняла второе место. Надеюсь, я твой ник правильно читаю. Так, и теперь давайте посмотрим третье место. Кто у нас занял третье место? А третье место у нас занял человек, набравший 4,3 балла. И это 24-я работа. 24 от мистера феникса поздравляю мистер феникс ты за с третьим местом в нашем конкурсе ангмар как раз в рф живет о отлично это будет гораздо проще с отправкой ему посылки вот люди занявшие первое второе третье место получат дополнительно особую роль у нас в Твич, ой, Twitch. <laughs> в дискорд канале. Потом, если все-таки как-нибудь с трансляциями у нас сложится, то есть они будут проводиться, допустим, чаще, то может там еще что-то понапридумываем. Ну, а по поводу дальнейших вещей, так, а по поводу дальнейших вещей я сейчас могу ответить на ваши вопросы если они у вас есть, мы буквально еще минут 5-10, я поотвечаю на вопросы, и стрим на сегодня закончим. Надо, кстати, было сделать какую-нибудь такую заставочку, чтобы вот не просто черный фон у меня находился на экране. Так, в какие игры играешь, вайп, или отдыхаешь от работы, делая ролики? Я во много игр каких играю, то есть прям вот так вот не перечислить. У меня прям очень, очень много игр, которые надо пройти, но я банально не успеваю. То есть не успеваю их проходить. Они все новые и новые и новые выходят. Но вообще там... Так, во что я играю? Сейчас я прохожу Wilder Miss игру. Про нее, наверное, никто не слышал, но вот, в общем, можете загуглить Wilder Miss. Так, 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 так. Слайд-шоу будет. Ну, кстати, да, можно попробовать слайд-шоу запустить, чтобы вот просто работы крутились. А, -та 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 -та. а можно ли запустить слайд-шоу? В этом никогда. фильм стрип, что это такое? А, -а, -а вот она как? Слайд-шоу, слайд-шоу. Нет. А -та 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 старт, старт слайд-шоу. Отлично. Все. Пока будет идти слайд-шоу, я по поотвечаю на ваши вопросы. Так. У меня вопросов нет, только желание тебе оформить Twitch-канал. Да, я попробую как-нибудь заняться оформлением Twitch-канала. Ну, просто видишь, я трансляции особо не провожу, какие-либо это первое тестовое. И в дальнейшем, в будущем, да, возможно, я оформлю этот канал. Следующий конкурс на Новый год будет, думаю, уже. Да, следующий конкурс будет, скорее всего, к Новому году. А какой размах между первым и вторым местом? Там, если... Сейчас скажу, какой размах между первым и вторым местом. Там буквально какие-то соты балла. Там, видишь, расчет шел по среднему значению. То есть, сколько, какой средний балл ставили люди в голосовании. так 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 на первом месте у нас четыре пятьдесят шесть а на втором месте четыре сорок шесть то есть какие то одна десятая буквально можно сказать так, да, кстати, когда следующий конкурс, играешь в ТОТК, если честно, я не знаю, что такое ТОТК, если расшифруешь, могу скачать, качай ПАПК, я в ПАПК играл на старте, когда он еще в раннем доступе, забагованным нечто был, наиграл у него много часов, поэтому сейчас особого желания нету, что в ПАПКе СЕКРЕТ, в ПАПКе СЕКРЕТ находится СЕКРЕТ, а почему в Дискорде не все работы, которые тут, их куда-то еще можно было скидывать? Да, часть работ я принимал на почту, то есть у меня была указана почта, мне там несколько работ было прислано туда, и еще одна, по-моему, работа или две я взял из телеграм-канала, э, то есть в сообщения отправляли люди. Музон а, можно? Сейчас попробуем музыку под задний фон, а хэллоуинскую, поставить. А, по 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 медиа так так добавим немножечко вот так вот она фон тихо тихо ой ой, -ой тихо так Вот так, надеюсь, музыка меня не перебывает, а находится на фоне. А, так, а кем работаешь Вайп, если не секрет? Я работаю преподавателем. Вот. Стал крафтеры здесь. Так, возможно, здесь. Так. Сделаешь сходу еще один конкурс, чтобы вдохновение было, а то не знаю, что делать. Ну, ближайший конкурс будет на Новый год, если, конечно, я не найду чуть больше времени, чтобы организовать еще один конкурс. Впереди вообще в ноябре у нас день рождения канала, то есть два года каналу будет. По-моему, 17 или 19 ноября, я точно не помню. И, может быть, к этому времени я тоже еще какой-нибудь мини-мини-конкурс там прям совсем сделаю. Но пока не уверен. Будем смотреть. Так. Тут, тут. Привет хорошего стрима, привет и тебе хорошего вечера Хэллоуинского. Надеюсь, ты заряжен э, Хэллоуинской атмосферой. Так, я тоже хочу школу открыть, как опыта наберу. Э, ну, открыть школу на самом деле очень тяжело. Я думаю, проще куда-то пристроиться для начала, чтобы набить э, руки, рот, умением говорить. И просто какую-то методологию вывести, определенную, ведение образования. О, хороший педагог, полагаю, очень хороший. Э, так, 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 очень хороший, учитывая твою подачу материала в роликах. На самом деле, я в роликах. Э, вот у меня после создания ролика я прям часто очень такой смотрю, ну, когда его просматриваю или редактирую, и все время ловлю себя на мысли о том, что можно было сделать лучше. То есть, я вот это не сказал, вот это не сказал. И у меня. Я постоянно борюсь с желанием, что побольше всего напихать в ролик, потому что хочется и вот про это рассказать, и про вот это, но потом я такой смотрю, у меня футаж получается там <laughs> чуть ли не на час там и прочее, и такую махину монтировать э, будет очень-очень сложно, и очень долго. Плюс не каждый ее посмотрит. Делай свою работу немного, э, делай свою работу немного, твоими туториалами пользовался помогло. А это хорошо. Меня радует, на самом деле, видеть ваши комментарии, когда вы отвечаете под роликами, там, шутите как-то, что кому-то это помогло, кому-то нравится это смотреть. Мне прям сердце радуется за вас, что у вас все прям супер замечательно и классно получается. Мне кажется, у многих, кто здесь начал творчество, э, в, здесь начал творческого пути э, с микро видосов про удаление Куба. Да, возможно. Кстати, я скоро планирую еще один такой небольшой ролик сделать э, про удаление Куба, уже третья часть, потому что давно их не было на канале. Будет ролик по растениям, э, по растениям. Ну вот, кстати, да, это реально интересно, хорошая идея создать э, растения. Просто понимаешь, делать... Э, ролик по какому-то вот конкретному предмету как-то вот не очень интересно. Это, конечно, прикольно, да, то, что вот там создать там растение какое-нибудь или объект определенный, но вот хочется, чтобы какие-то там новые техники или инструменты использовались. То есть там, допустим, в создании тыквы я немножечко скульптинг показал поверхностно. Хотя вот по растениям тоже можно будет скульптинг чуть более подробнее раскрыть. Ну, можно как-то разбавить. Да, можно, в принципе, разбавить. Думаю, будет интересно. А что за локальные вопросы про зверей? Обещал видеоурок про зверюшек. Я думаю, скорее всего, это связано с тем, что мои ролики, многие, в том числе шорцы, были посвящены всяким зверям, прочим. И я вот <laughs> таких сратеньких зверей делал, забавных. И, может быть, человеку хочется посмотреть что-то подобное. То есть потому что давно уже не было никаких зверей. Есть конкуренты на Ютубе? Ну, да, естественно, наверное, есть. Но я как бы особо ни с кем не конкурирую. Я в том числе тоже у многих русскоязычных ютуберов, ну, не у многих, у некоторых бывает там какие-то вещи подсматриваю, что-то там подглядываю. Но вот прям конкуренции нет. Я не знаю. Я вот лично ни с кем не сражаюсь, не конкурирую. Я как бы за, наоборот, за объединение, какие-то коллабы, может быть, или еще что-нибудь подобное. Кстати, помню конкурс по копибарам, где я выбрал, и ты говорил, что будет полноценный ролик с работами подписчиков. Да, я, у меня он в планах. Я прям уже вот где-то на 20-30% я уже написал сценарий по этому ролику. Я все никак не могу сесть его и полноценно сделать поэтому да он будет но я постараюсь его до конца этого года сделать, но постараюсь но не обещаю вот. и говорю у меня написан сценарий уже все прям сделано осталось сделать анимацию и ваши работы поместить и озвучить все. Так, можно про модификаторы рассказать? Мы используем часто только Solidify, Subdiv, Multires, Bevel, а про остальные никто не слышал. Многие модификаторы в блендере очень ситуативны. Можно, конечно, посмотреть, под что их конкретно использовать, но вот как мне кажется многие модификаторы в самом блендере, они как бы слабоваты, что ли. Вот тот же, допустим, модификатор, я забыл, как он называется, который бенд, который позволяет изгибать всяко вещи. А Simple Deform называется, вот. Мне он кажется немножечко слабоватым в самом блендере, потому что я видел где-то аддон, который гораздо-гораздо делает вот эти деформации объектов лучше. А сам Simple Band, он Хоть и звучит Simple простой, но по факту я вот не, недавно только где-то наткнулся на ролик, где чувак прям 20 минут рассказывал про этот Simple Band, как его правильно там все ставить, расставлять. И оказался Simple Band оказался не таким уж и Simple. Так, какой у тебя блендер? У меня последняя версия блендера 4.2. Кстати, ты хочешь делать большие... Кстати, не хочешь делать больше полноценных роликов. Они у тебя очень хорошо получаются. С удовольствием бы делал больше больших роликов, но, к сожалению, времени у меня прям вообще не остается. Надо тоже еще немножко отдыхать. Так, э как там приходится еще с картами работать? Удобно. Ты имеешь в виду, удобно 4.2 версии блендера пользоваться? Да, вроде да, привык со временем. Конечно, после перехода с 4.1 на 4.2 много чего там поменялось, особенно касаемо рендера на IF, вот он, да, изменился. Ну, да, кому как, то есть. <laughs> можно остаться, в принципе, там, супер чего-то кардинально нового в 4.2 нету. Ну, как супер... Если ты, конечно, хотел рейтрейсинг наив получить такой, условный, да? Потому что он там не совсем как на Cycles, как настоящий рейтрейсинг работает. Но все же. А в ролике шорте шорти про руку Венома это ты за столом сидел? Да, это я. Многие просят фотографии, как... Посмотрите, как я выгляжу в реальной жизни. Но давно уже есть ролики на Ютубе, где я себя показывал. То есть есть... Про самый первый сратый ролик про э, спецэффекты э, пентаграмма, который не пентаграмма про доктора Стрэнджа, кринжовый очень ролик вот но это да это все я там я и в ролике про венома тоже я так э, привет а будет ли ролик с конкурса на модель в 50 полигонов э, так 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 да я над ним тоже работаю, и он отчасти, скорее всего, будет связан с роликом про копибар. То есть работы, анимационные копибары будут в одном ролике. То есть это будет большой такой 3D-шный анимационный ролик. Там, конечно, будет не супер много анимации. Больше в основном я буду голосом говорить, используя всякие там нейросети, <laughs> чтобы несколько персонажей озвучивать, потому что там... Вот. И через это я буду как раз таки э, показывать ваших э, 50 полигональных зверей. Ролик про монтаж фильмуры это была реклама? Да, это была реклама. Ты брал 3D на заказ, делал ли стоки? Да, я брал э, 3D модели на заказ. У меня есть. Я потом, может быть, как-нибудь в будущем. У меня сейчас просто не подготовлен. У меня есть ролик, все еще сохранился, где я делал анимацию протезирования зубов. Делал ее где-то год, полтора года назад, в начале лета прошлого года. И еще я делал, там прям полноценная анимация была, а еще я делал э, дизайн библиотеки. Э, тоже покажу ее. Она, кстати, в ролике про дрифтующего гуся, шортс, э, где мы гуся там делали, и в конце, где дрифтующий гусь был, там как раз-таки вот эта и библиотека <laughs> использовалась. Так, стоки я не делал. А где ты фрилансил? Помоги найти F-биржу. Ну, я скажу так, то что сейчас, к сожалению, я фрилансом перестал заниматься, но до этого я фриланс... Ну, то есть и сейчас сложно фрилансить, потому что я фрилансер на зарубежных биржах, которые сейчас в России недоступны. Там с выводом денег замучаешься. Но вообще это Fever, это... Ой, блин, я забыл ее название. Как она там называется? сейчас посмотрю Фивор. блин и не могу найти ее к сожалению вторую вот у меня было две биржи где я работал поэтому вот сейчас к сожалению по биржам ничего не могу сказать потому что не работаю фрилансером уже пару лет не хотел бы сделать ролик про реализм в блендере. Мне кажется, многим понравится. Может даже вкладку на дискорде сделать с идеями для роликов. Если нет, а то не помню. Вкладка для роликов, точнее, вкладка для предложений есть в дискорде. То есть там люди могут писать свои предложения. Там на самом деле очень много крутых, классных предложений. Но пока вот руки не доходят, чтобы все сделать, все это реализовать. По поводу реализма, да, можно сделать, но вот видишь, у меня как бы... Я много видео смотрел на эту тему, разбирал о том, как достичь вот фотореализма. В целом там прям супер ничего тяжелого нету. Если кратко, это PBR текстуры, освещение и... Блин, как же называется эта штука? Ну, в общем, когда вот эти частички в, в воздухе... Блин ну, что-то типа дыма, не дыма, а пылинок и прочее, вот это вот прям очень хорошо добавляет реализма, зернистость еще к фотографиям добавляет. Вот. Ну да, пыль, какие-то частички такие небольшие. Вот. Ну ладно, вопросы подысякли. Надеюсь, я на всем, всем ответил. Могу вам пожелать Хорошего вечера, окончание октября, Хоро... празднование Хэллоуина страшный. <laughs> страшный. А у нас не пятница ли сегодня? А, нет, сегодня четверг, а то было бы очень тематично. Волюметрик, да, вот правильно мне подсказывают в чате, волюметрик. Вот. Вай, почему бы не сделать в DS канал работа недели, чтобы участники видели, на что равняться? Ну, это, видишь, надо модерировать еще дополнительно работы, то есть просматривать, показывать. Возможно, да, сделаем. Я обсужу с модератором. Если они будут готовы к такому, то добавим. Ну все, ладно, давайте сегодня заканчивать, потому что я планировал примерно часик провести трансляции, трансляцию. Могу от себя пожелать вам подарить мощнейший баф который продлится еще одну неделю, который зарядит вас мотивацией, благодаря которому вы начнете наконец-то моделировать или если у вас не хватало вот того самого знака, чтобы давай берись, начинаем моделировать, чтобы вот вы пошли и сделали какую-нибудь интересную работу и выложили ее а, у нас на канале в Дискорде. или хотя бы банально просто показали ее своим друзьям там. Да и не знаю, даже вот сделайте тыкву, просто заспауньте этот шарик, немножко его сомните в скульптинге, чуть-чуть под этого, накиньте оранжевую текстуру и скажите, вайп, смотри, какую я крутую тыкву сделал. Вот, все, вот прям вот такая мощная-мощная тыква. Вот, все. Надеюсь, вам понравилось. С победителем я постараюсь связаться и договориться об отправке. Ну а на этом все. Всем всего хорошего и до скорой встречи.